Так, всем дальним Запорожье. Запорожье, Украина, 11:39. Всем прием. 8:05 тебя. Да вот у меня кто-то подмешивает здесь, Володь. А, Володь, у нас, в общем-то, аппарат с собой, как бы, старички, вот тоже где-то лет 20 скинул. У нас, видишь, не совпадает что-то там. Антенна квадрат в горизонте у меня. Это современный аппарат, у него, видишь, почему-то как вот на 120 Гц. Ну, все может быть. У нас совпадает что-то, аппараты старые, а тут более такие вот. Я не знаю, ее цифровой или аналоговый, Володя, вот Александр. Ну, сейчас мы его спросим. Так, вопросов нет. 73 на Донецк, наилучшие пожелания. До встречи. Это 8:05. Саш, тебе микрофон. Спасибо, Володь. Там тебя спросили, у тебя ЕСТ какой там. А у меня Кенус. С Донецкого работал. 690S. Аналоговый аппарат, например. И все, понял. Вот, ну, а что я скажу? Вайком 7300, цифровая техника, одна из последних разработок Кенус. Да, вызывная частота называется, это просто жесть. Так. 7:11, здесь 11:39, Запорожье. На частоте Запорожье 11:39, всем прием. Ответили, пообщались. 73, здоровья крепкого, мирного неба над головой. До больших встреч в эфире. Всем дальним Запорожье. На частоте Запорожье 11:39, Украина, всем прием. Внимание всем дальним на частоте Запорожья. Запорожье 11:39 для всех на приеме. Да, ну я подстроился, что не трудно. Что ж, неприязно, я сдвинулся. Мне сейчас показывает 189.90. Всем дальним на частоте Запорожья. Запорожье, Украина, всем прием. До свидания, Володь. Всего доброго. До скорого, пока. Балакова, Запорожье. Балакова, Запорожье. А, две станции в Запорожье. Не знаю, кому предпочтение давать. Давайте, ребят, по очереди как-нибудь решите. Так, здесь 11:39. 11:39, Запорожье. Принимаете? Да, 11:39. 5-9 плюс 3 плюс 5. Александр, Снеговик, Балакова. 8:05 тебе. Да, принято. 8:05. 5 принял. Добрый вечер. 8:05, Балакова, Запорожье. Володя, Балакова принял. Да, Володя, Александр. Александра помощнее слышу, получше. Владимир, Володя, вас чуть похуже. Здесь Александр, 11:39. Антенна квадрат в горизонте, ну и около сотни ватт на выходе. Трансивер коротковолновый, СВ-2011 RDX, QSL. Да, все принято, Александр, 11:39. Ну, у меня 5-8, Хайков 7300, 100 ватт тоже на выходе. А там Юр 28 здесь? Да, здесь. 1-28 Балакова. 1:39, 28 Балакова, например. Да, 28 Балакова, добрый вечер. Тоже 5-8, 5-9, Александр, Запорожье, QSL. Да, все принято, Александр. 28 Балакова, 5-7, 5-6. Ну, тоже, так это, немножечко майк ведущему. Ну, как бы, я, в принципе, все сказал, группа закончена. Спасибо, Саш, вопросы будут задавать, ответим. Не, вопросов не будет, сейчас ролик пишу, у меня канал есть в Ютубе, канал, я записываю ролик, вот, если захотите, посмотрите на себя. Называется канал, как мой позывной на коротких волнах, UR3 QQC, United Romeo 3 Queen Queen Charlie. То есть, если интересно, подивитесь, QSL. Да, все прекрасно получено, спасибо большое. Спасибо большое, кто там еще подходил, будьте любезны, на Балакова. Кто из Запорожья еще был, ребята? Александр, Снеговик, Балакова, группа на приеме. Ну, а я не принимаю. Ну, в горизонте. Да, ведь все прекрасно принято. Да, вам тоже рапорт плюс 10, даже, по-моему, 15. И немножко, по-моему, ну,
как бы рвется модуляция, что ли, чуть. Порожье 11.39, принимаете? Порожье, Балакова, приехали. Да, Балакова, добрый день, добрый вечер уже. Александр, Запорожье, 11.39. 5.9 проходите в Запорожье, КСЛ. Да, да, КСЛ, добрый день. Тоже 5.10, хорошо принимаем. 8.05, Балакова, Володя, Запорожье. Балакова, Володя, приехали. Да, Володя, принято. Здесь Александр еще раз. Ну, по аппаратуре Ясанчик. Амплифайер небольшой, 100 ваттный, антенна в горизонте, квадрат. Квадрат один, КСЛ. КСЛ, она в нашу сторону, да? Послушайте еще две станции. Саша, ты здесь, да? Да, спасибо. Ну, я слышал, что Запорожье, слышал Александр, но у меня, к сожалению, прохождение тут такое рваное идет, что помехи у меня то плюс 3, то плюс 7 баллов, а вот где-то в середине станции идет Запорожье, Александр, которого зовут. Вот, так что как-то так. Ну, там мне рапорт дадите, Володя, ну что продублируешь. Коль тебе 41-й. Так, ну, даю рапорт. Значит, первый корреспондент, с которым я сработал, отлично, 5-9. Второй тоже 5-9, а третий почти в шумах. Ну, то есть, принимаю, но не очень. Вот такой вот, господи, репорт КСЛ. Балакова, приняли передачу? Вот такой ЦБ. Здесь 11.39. Балакова, приняли? Надо вертикал ставить. Так, Балакова, Балакова, Запорожье, 11.39. Брек, брек, Туркия, this is Украина. Туркия, this is Украина, салам алейкум. Украина, Украина, hello, Украина, hello, Украина, I'm from Turkey, Istanbul. Yes, Turkey, Istanbul, this is Ukraine, this is Украина, my name is Alex, Александр, КСЛ. Turkey, this is Ukraine. My name is Alex, Alexander QSL. Ukraine, Ukraine, Russia, please. Ukraine, I'm from Turkey, Istanbul. Hello, Ukraine, my friend. Yes, my friend, I copy your signal. Please, your personal name. Your name, personal. My name is Alex, Alexander QSL. Turkey, please repeat your personal name, your name, QSL, my name is Alex, Alexander.